Это круглогодичная деятельность, направленная на социальную активность среди подростков, на развитие творческих способностей, популяризацию здорового образа жизни. В трудовой сезон ребята трудоустраиваются на должность уборщиков как территории, так и помещений. Также они работают аниматорами. Первый их трудовой опыт – это первая их зарплата, первые деньги, которые они зарабатывают сами. Естественно, он им поможет в дальнейшем в любой профессии, будет нести какую-то ответственность за свой город. Я была в бригадах, а также работала в штабе нашем. В бригаде мы собирали мусор, а в штабе мы либо ремонтировали, либо занимались аниматорством. Я думаю, что опыт, который я здесь получила, поможет мне коммуницировать с людьми в дальнейшем. Работаешь в своем коллективе, всех знаешь, люди все дружелюбные, со всеми можно пообщаться. То есть приходишь не только работать, но и можно и повеселиться, и поразговаривать, и послушать музыку. Я советую пойти в трудовые отряды всем подросткам, которые достигли 14 лет.